Ruffore! А это диджей Слайдер. Вы знаете, друзья, я здесь впервые, и это просто фантастические ощущения. После нашего сета с МС-кокосом это было очень круто, и фрибар меня очень порадовал. Конечно, приятно работать с народом, который здесь ходит сюда, который веселится. И, естественно, Кирилл очень активный и сразу подает жар в толпу, не разогревает даже их, сразу «нате вам», вот так вот делает. Ну что ж, я поддерживаю его в этом, и мы, по-моему, делаем хорошее шоу. Вот он, тот человек, который каждую пятницу во фрибаре в хорошем настроении. Да. Как вы считаете, если проводился конкурс «Мисс» какая-то, «Мисс Сочи», «Мисс Фрибар», вы бы какое место заняли? Я? Третье. Третье? Все, иди, третье место нам не надо. Вот он, главный поклонник диджей Слайдера, да? Я так понимаю, ты пришла сегодня на диджей Слайдера? Что? Да нет, просто отвечай что-нибудь. Да, конечно. Опа! Мисс Опа! Нет, Штопор! Штопор! Я не помню! А, не помнишь, что ты за мисс? Ну, бывает!